Третий Всекавказский форум сельской молодежи прошел в эти выходные в Дагестане. Участников форума встретили в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе. Торжественная церемония открытия третьего Всекавказского форума сельской молодежи прошла 29 сентября. По мнению выступающих, Дагестанское отделение Российского союза сельской молодежи является самым передовым на Северном Кавказе. В этом году у нас огромное количество участников, и не только из субъектов, из 12 субъектов Российской Федерации принимают участие ребята. В рамках форума также прошла встреча участников с новоиспеченным министром по делам молодежи Республики Дагестан Магомедом Курбановым. Далее состоялось торжественное вручение дипломов победителям.